Ты, наверное, тиран и деспот у себя дома. Да нет, как раз наоборот. Белый, пушистый. Да? Подкаблучник. Ты! Дело в том, что солдаты – люди дисциплинированные, им необходим командир. Врешь ты все. Интересно, а почему твоя жена оставила такое сокровище? Ну, во-первых, бывшая. Это важно. Ну, во-вторых, представления о сокровищах у каждого свои. Так. Пока я воевал, она нашла другого. Знаешь, когда она ушла, я даже был рад. Рад? Жена военного. Профессия. Это призвание. Но она, видимо, к этому оказалась не готова. А расскажи-ка мне про ужасы этой профессии. Думаю, не страшнее жены алкоголика. Ты замерзла? Замерзла. Ну, во-первых, это нештатные гарнизоны, где нормальной женщине совершенно нечего делать. Ни музеев, ни театров, ни даже ночных клубов. Я в клубы не хожу, пугай дальше. Жилье, как правило, общага, даже для семейных. Общежитие я проходила, ну, что еще? А еще ночные тревоги. Незапланированные командировки, когда несешься, не зная куда. А жена сутками напролет не знает, жив ты или нет. А ты чего, собралась замуж за военного? Ну что, Муля в машине? Она больная. Возможно, ее заразили. Посмотришь. Вдохни поглубже. Больно. Вот это хорошо. Так. Голова только кружится. Голова кружится. Рвота была? Нет, не было. Таня, камфор и эфедрин. Хорошо. Так быстро может развиваться легочная чума. Основных симптомов пока нет, но, возможно, у нее крупозное воспаление легких. Если это так, то через час ей станет легче. А что теперь делать? Ждать. Нет, ты видела, а? У тебя что-то случилось? Ничего у меня не случилось. Для кого я все это делаю? Для кого? Ничего, завтра она придет. Только не переводи все на деньги. А на что мне переводить? На песенки, танцульки, облачка? Ты кругом оглянись, Нюр. Ладно, успокойся. Пошли к столу. Пошли к столу. Пойдем. Ты где был? Да так. По делам. Ты прости, Тимофей, но тебя последнее время не узнать. Чем ты занят? Дома о тебе чего только не говорят. Ты где? Ты с кем? Ничего. Зато теперь все будет хорошо. Нюр. Я вернулся. Навсегда. Как она? Пока так же. А что ты вчера говорил про Одессу? А помнишь, Катьке 11 было, и мы в Одессу поехали, на море. 2 недели счастья, помнишь? Катюшка еще тогда плавать научилась. Ну да, да. Сначала на круге такой зеленый. Зеленый. А потом сама. Поедем. Поедем. Обязательно поедем. Поедем.
поесть. Хочу яблоко. Что? Перед поездкой я хочу поесть. Доктора позову. Пожалуйста, скорее, доктора! Доктора, позовите! Thank you.